Итак, ребята, всех приветствую. Ну что, у нас очередная глава. Не знаю, насколько она длинная будет. В последние главы получились достаточно короткими. Ну, поглядим. Ни следа. Инициация 9. Здесь больше никто не живет. Неужели я опоздал? Да, мне очевидно туда, но я хочу пройтись и по другим комнатам посмотреть, что тут интересного. А интересного примерно здесь ничего. Может, здесь пусто. Так, ну это с прошлого раза осталось. Попробуем сейчас, конечно, и туда сходить. Поглядеть, что там за подозрительные шумы такие. Ну и что? Скретч был там и писал свой триллер. Его еще можно было остановить. Мне нужно было попасть внутрь. Ага. Никак туда не зайти. Так. Я... Конца этому нет. Кошмар, от которого не получается проснуться. Я думала, что смогу поймать Алана на фото, но нет. Все время появляются только чудовища. Каждую ночь. Как волна на берег. Я так устала. Теперь он все время там. В нем столько злости, и это невыносимо. Я старалась изо всех сил. Но все. Не могу. Я решила. Вы, скорее всего, не поймете. Меня называют художницей, но мне, честно говоря, плевать. Я просто хотела показать миру, что я вижу. Так продолжаться не может. Пора сменить перспективу. От фотографа к модели. От художника к искусству. Элис Уэйк покончила с собой вскоре после завершения работы над темной обителью. Она погибла, но не покинет нас, пока существуют созданные ей работы. Далее будут показаны ее снимки.
Элис умерла. Скретч мучил ее до тех пор, пока она не сломалась. Она не могла больше терпеть, и все это время я думал, что это я. Скретч все еще был здесь. Он не мог покинуть темную обитель. Вычеркивал мои исправления из возвращения. Я это уже видел. Это был не Скретч. Это я сам. Застрял в цикле. Начал мешать самому себе править рукопись. Элис преследовал я. Это все моя вина. Я убил ее. Это ритуал, который завлечет тебя. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Конец инициации. Очередная глава минутка. С помощью песни Щелкунчика нам удалось вернуть Уэйка из темной обители. Но он попал в совсем другое место. После того, как я столкнулась с Найтингейлом в складке, он очутился на берегу. Вы в порядке? Нет, это все я виноват. Он выбрался на свободу в моем облике, в облике Скретча. Той ночью я нашла Уэйка. Он вернулся из-за этого. Произведенного ритуала. Это был Уэйк. Скретч не притворялся Уэйком. Он... Проклятие, он здесь, Скретч. Берегись, Андерсон. СТВС, Скретч, это Уэйк с темной сущностью внутри. Ему нужен щелкунчик. Новый план. Я заманю его в камеру. Когда мы окажемся внутри, запри ее и обрушу на нее все, что у вас осталось. Дела какие? Ух. Так, Андерсон, задержи его с помощью пушки, чтобы я направил на него свет. Ого. Пол ХП просто. А что, мне эту штуку еще и крутить надо? Меня тут и семью напал чертила. Заставь нас гордиться тобой, Сага. Так я бы с удовольствием. Что-то я вообще не понимаю, что вы от меня хотите. О, у меня фулл ХП откуда-то вылезло. Офигеть, 100 патронов, откуда? We need to work together to get him, Anderson.
где он? Нету. Все, ГГ. Офигеть. А я, кажется, понял, почему я первый раз выжил. У меня же там это было, как его. Кружка сработала. Она прям еле-еле берется за эту штуку, полчаса ее тянет. Вперед, пока то, пока другое, но это, конечно, капец. Так, ну нормально, нормально. Живем. А кружка у меня исчезла уже, интересно. От него. Но я зато доверну сейчас прям ровно. Теперь нужно заманить его в камеру, да? Он реально настолько тупой. Это вы? Мне так жаль. Получилось? Ого! Не Кейси, Скрэч! Нет.
Мне очень жаль, братцы, но новости плохие. День оленя отменен. Наш солнечный городок Брайт Фоллс затянуло темными тучами. Ух, дела. Фух, ну глава, конечно, такая. О, эти там в воде тусуются уже. Том, нам пора на следующий концерт. Мы стараемся ради тебя и нашей милой саги. А ты позаботься обо всем на этой стороне. Не подведи нас, Том. Я с ужасом наблюдал за происходящим. Все козыри были у темной сущности. Что, они просто берут туда и уходят? Видит, мне не оружие, вообще ничего нет. Вейк, нам надо поговорить. Ну давай. А что, следующая глава началась? Нет, еще. Добро пожаловать обратно, Вейк. Вы же Вейк, верно? Уже неплохо. А вот что совсем не радует, я такой хреновой ситуации не видел со времен АМС на Eagle River. Тень перебралась, и Андерсон пропала. Нам надо что-то придумать. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы исправить ситуацию. Это все из-за меня. Уверена, все не так просто. С другой стороны, я давно должна была засунуть вас в ящик и отправить в бюро, но не стала. Остался один вопрос. Вы сможете исправить ситуацию? Могу попытаться. Не самый обнадеживающий ответ, но пока сойдет. Скретч, темная сущность внутри Кейси, бросил Сагу в озеро. Если она очутится в темной обители, она может застрять там навечно. Мой побег занял 13 лет, а Зейн оттуда так и не выбрался. Тор и Один отправились за ней, верно? Может, у них получится вытащить ее с помощью рок-н-ролла. Я видел их, пока жил в темной обители. Они исполняли мой мюзикл. Что-то у меня надежда резко поубавилась. Интересно. А что происходит? Таких наглых побегов из блока сдерживания из моей памяти еще не было. Темная сущность захватила агента Кейси. Видимо, те нападения в лесу были подготовлены не всерьез. И теперь щелкунчик у него. Скретч отправился в Брайт Фоллс с помощью щелкунчика воплотить в жизнь написанную им чудовищную концовку возвращения. Если я не помешаю. Как? Должна быть рукопись у Скретча. Если я прочту концовку, то смогу переписать ее. Нужно найти его. Но без этого вы далеко не уйдете. Успех вашего плана слишком сильно зависит от везения, Вейк. Вам придется действовать в одиночку. Я тут помочь не смогу. Я принесла вам оружие всех видов, что у нас есть. Ого. Не облажайтесь. Мне нужна была машина. Автомобиль ФБР должен был на парковке. Так, а карту нельзя открыть, да? Ну как мне выйти отсюда? А этот автомобиль нам не подойдет. Да в смысле, а выход-то где? Тут нету. Тут
тоже нету. Ну, блин, не очень очевидно, извините. Я очнулся. Сознание впервые за долгое время прояснилось. Я пришел в себя там же, где я когда-то исчез. В лесу неподалеку от Брайт Фоллс. В одной руке у меня был пистолет, в другой фонарик. Побег от собственного творения. Элис рядом не было. Я знал, что должен сделать. Не дать этому кошмару стать реальностью. Остановить темную сущность. Немножко не уверенно, но сойдет. Походу это... Да, это складка. Мы тут в складку заходили. Сейчас мы тогда еще и сохранимся. Идет. Карту все еще открыть нельзя. Ну, в принципе, логично, у меня же ее нету. Ну, точнее, у Алан Вейка на тот момент еще не нашел, и он толком-то и не знает, где находится. Че? Че это было? Так, давайте, может, сохранимся. Тут же вот рядом этот есть. Ну, где-то был точно рядом домик. А, ну ясно, ладно. Ведьминский домик не попасть, тогда просто напрямик тогда идем к спасению. Раз других вариантов у нас нет. Это что еще? Охренеть вас, сколько тут! А,
пошли нахер. Все, и я пошел нахер. Блин, ну боев тут что-то вообще запредельно много становится. Так что, наверное, там сразу нужно попытаться эту точку разрушить и, может быть, проскочить просто нахрапом. А то воевать со всей этой огромной кучей становится крайне проблемно. Темные обители мной управляла темная сущность. Мое возвращение ослабило ее. Она затаилась. Я не помнил, что произошло. Но я чувствовал, что она обретает былую мощь. Пробуждается. Я думал, что она охотится за мной и вот-вот настигнет. Но все это время она была внутри меня. И наконец взяла верх. Превратила меня в скретча. Там эти пацаны все еще тусят. А вот, тусите, тусите. Так, что-то я запутал. Я должен был вернуться в Брайт Фоллс и покончить со всем этим. Фух, вот это да. Я добавил сюжет Сагу Андерсон, чтобы она помогла мне выбраться. И ей это удалось. Но цена была велика. Алекс Кейси был героем моих книг уже много лет. И это привело сюда реального Кейси. И теперь он тоже жертва. Сага, Кейси, Элис. Весь этот кошмар начался из-за меня. Это я во всем виноват. Скретча нужно было остановить. Я уже проходил это. Я следую по этому пути целую вечность. Благодаря Скретчу темная обитель вырвалась наружу, а значит, я смогу попасть внутрь. Я в 2010-м ринулся в глубины, полагаясь лишь на надежду ради Элис. Тогда я не знал, что я вергну в кошмар себя в кошмар хуже смерти. Выбраться мне удалось лишь 13 лет спустя. И теперь Элис умерла. Из-за меня. Ничего другого не оставалось, я должен был снова устремиться в глубины. На сей раз в грядущей расплате. Или так, я вырвался из глубин, но вынес с собой и темную обитель. Я все еще живу в плену. Может, теперь получится освободиться. Надеяться особо не на что, но выбора у меня не было. Я не мог упустить такую возможность. Страх одолевал меня. Пошло оно все. Alan Wake Return. День оленя.
Но отлично, тогда у нас это получается уже следующая глава возвращения. На этом можно будет закончить и сразу же, конечно же, продолжим в следующей серии.